Если вы любите пиццу, а времени на ее приготовление всегда не хватает, то можно приготовить ее очень быстро на сковороде, тогда вам не придется заказывать пиццу с доставкой в дорогих ресторанах. Если вы хотите узнать, как приготовить быструю пиццу из батона, то нет ничего проще, этот рецепт будет вам полезен в том случае, когда вам необходимо сделать вкусное блюдо для большой компании за минимальное количество времени. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. От хлеба в этом рецепте зависит вкус всего блюда, поэтому выбирайте хороший белый батон, правда, он не обязательно должен быть свежим, черствые кусочки тоже подойдут. Выложите ломтики в глубокую пиалку и залейте молоком, дайте настояться 10 минут, чтобы молоко полностью впиталось. Помидоры вымойте и обдайте кипятком, чтобы было легко снять с них кожицу, затем нарежьте их как можно мельче. Можете даже натереть их на терке, переложите томаты в сковородку, добавьте соль и специи, тушите на небольшом огне до полного испарения жидкости, это будет ваш соус для пиццы. Размокший хлебушек пропустите несколько раз через мясорубку или растолките толкушкой до однородной массы, добавьте к полученной хлебной массе яйцо и муку, тщательно размешайте, разогрейте сковородку с растительным маслом и выложите на нее хлебную смесь. Выпекайте на небольшом огне хлебный корж до румяной корочки с двух сторон. Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь вам необходимо собрать пиццу, для этого корж оставьте на сковороде, где он готовился, сверху выложите пасту из томатов, поперчите и посолите блюдо по вашему вкусу. Колбасу нарежьте кубиками и положите на томаты, вы можете использовать как докторскую, так и московскую или салями, сверху на колбасу натрите сыр, который легко плавится, накройте блюдо крышкой и томите 5 минут, пока сыр не потечет. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Батон, белый, 7 ломтиков. Молоко, 3-4 стакана. Яйцо куриное, 1 штука. Мука пшеничная, 1 столовая ложка. Масло растительное, 3 столовые ложки. Помидор, свежий, 2 штуки. Колбаса, 200 грамм. Сыр твердый, 150 грамм. Специи, соль. По вкусу. Количество порций 8-10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи!